Кунжут – польза и вред для организма человека. На что и кого влияет употребление кунжута? Вам известен рецепт японской приправы долгожителей? Как употреблять кунжут, чтобы кальций лучше усваивался? Полезно ли кунжутное молоко? А в какое время лучше употреблять кунжут – натощак или на ночь? Досмотрите видео до конца, и мы дадим исчерпывающие ответы на все поставленные вами вопросы. А пока хочу поблагодарить наших постоянных зрителей, что вы остаетесь с нами. А тем, кто впервые на нашем канале, предлагаю нажать на красную кнопку и подписаться. Этим нехитрым движением вы обезопасите себя от пропуска нашего нового видео. Возможно, именно оно расскажет вам о том, как сохранить и приумножить здоровье. Кунжут относится к одной из масличных культур. Она издревле выращивалась в Южной Африке, а уже после нее кунжут покорил Китай, Индию, Египет. В те времена оно имело совсем другое имя – сим-сим или сезам. Многие современные люди любят эти семечки за отличный вкус и пользу для здоровья. А первое, что приходит на ум, когда думаешь о пользе кунжута – это кальций, содержащийся в нем. А ведь это неспроста. Кунжут занимает первое место среди продуктов, содержащих этот микроэлемент. Интересный факт – кунжут сладкий. А вот как раз при недостатке кальция нас тянет на сладости. У вас кружится голова при виде кондитерских изделий или вкусной выпечки? Возможно, у вас замирает сердце при виде конфет, шоколада, пирожных? Тогда вам, как никому другому, обязательно нужно обратить внимание на семена кунжута. Их употребление не только убережет вас от лишних килограммов при поедании сладостей, но и предупредит начало развития многих болезней. Давайте посмотрим, чем богато кунжутное семя. В его состав входят витамины А, В, Е, кальций, калий, натрий, фосфор, магний, марганец, медь, селен, железо, цинк. И это еще далеко не весь его состав. Давайте более конкретно рассмотрим, при каких заболеваниях можно или даже необходимо применять семена кунжута. Болезни сердца и суставов. Для укрепления сердечной мышцы лучше добавить семена кунжута в еду. При плохой свертываемости крови лучшим окажется применение масла. 1 столовая ложка 3 раза в день перед едой. Болезни желудка и кишечника. В состав кунжута входит витамин В – тиамин. Он улучшает работу нервной системы и метаболизма, а витамин ПП способствует отличной работе желудка и кишечника. При расстройстве желудка необходимо взять 2 чайные ложки кунжута, перемолоть их в блендере или кофемолке и всыпать в стакан кипяченой воды комнатной температуры. В эту взвесь добавить 1 чайную ложку меда и хорошо все перемешать. Этот коктейль необходимо принимать маленькими глотками до устранения симптомов. При тяжести в желудке, болях, спазмах кишечника принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день, тщательно разжевывая. Боли суставов и позвоночника. Кунжут отлично укрепляет суставы, кости и ногти, снижается уровень развития остеопороза, делает волосы здоровыми и сильными, приводит в порядок состав крови. При суставных и ревматических болях правильнее использовать кунжутное масло. Его необходимо подогреть до температуры тела и втирать массажными движениями в больное место. При защемлении нерва, невралгиях, на сковороде обжаривают семена кунжута и измельчают в порошок. Принимают его по 1 столовой ложке, запивая водой. Климакс – женские болезни. При мастите и мастопатии необходимо смочить бинт в масле кунжутного семени и делать с ним компрессы. Женщинам после 45-летнего возраста необходимо есть кунжут в обычном виде. Благодаря фитоэстрогенам прием кунжута смягчает приливы при климаксе, сдерживает неврозные состояния и улучшает общее самочувствие женщины. При заболеваниях верхних дыхательных путей. При пневмониях, бронхите, вирусных инфекциях необходимо нагреть масло до 40 градусов и на ночь втирать его в грудную клетку со всех сторон. При ангине добавить в теплое молоко несколько капель масла и выпить маленькими глотками. Чтобы поддержать свой иммунитет и предупредить развитие болезни, необходимо принимать чайную ложку масла кунжутного семени натощак в сезон активации болезней. Или добавлять столовую ложку измельченных семян кунжута при приготовлении каш, всевозможных других блюд и гарниров. Беременным и кормящим мамам и их детям. Кунжутное семя – это прекрасное дополнение к рациону беременной женщины. Ведь как раз в этот период стоит острый вопрос о недостатке кальция. Для кормящих мам в их восстановительный период кунжут также окажет однозначную пользу составом своих витаминов и минералов. А прекрасным бонусом идет то, что кунжут увеличивает лактацию и улучшает качество женского молока. Врачи считают, что кунжут обязательно должен быть в рационе кормящей мамы. Обладая огромным количеством полезных веществ, кунжут безопасен и для ребенка. Главное – правильно начать его употребление. Вот вам еще прекрасный рецепт японской приправы долгожителей. Это гамасиу. Она прекрасно очищает организм. Его очень широко применяют при вирусных инфекциях, расстройствах ЖКТ, гастрите, колите, диарее, запоре и особенно в период восстановления после травм костей и переломов. Итак, для него нужно 1 чайная ложка морской соли и 18 чайных ложек семян кунжута.
Соль в течение 3 минут прокалить на огне, пока она не потеряет белый цвет, и затем на ступке измельчить ее до состояния порошка. И только после этого добавлять промытый кунжут на сковородку с небольшим огнем. Семена постоянно перемешивать, чтобы избежать пригорания. И только после того, как они начнут раскрываться, их необходимо смешать с порошком соли и растирать, пока семена не раскроются полностью. Эту смесь необходимо использовать как приправу в течение 2 недель. Можно ее использовать и отдельно, просто принимая по 1 чайной ложке 3 раза в день. Благодаря ей еда не только вкусная, но еще и полезная. Кунжут очень часто используется при изготовлении кондитерских изделий, например, казинаков. Подходит и в качестве посыпки на выпечку. Он придает еде особенный вкус. Высокое содержание полезных веществ и конкретно кальция позволило кунжуту распространиться и завоевать любовь людей со всего мира. Кальций в кунжуте отлично усваивается, если семена кунжута не очищены и они свежие. Покупайте черный кунжут, от него намного больше пользы. Кунжут чаще всего употребляют в виде приправы, масла и молока. Кунжутное молоко пока не заняло лидирующее место в употреблении, однако это происходит только от отсутствия информации и пропаганды. Зато его предпочитают вегетарианцы и сыроеды, не мешало бы и нам присмотреться к нему. Конечно, всем понятно, что он содержит достаточно много полезных веществ, но вот есть большое количество кунжута не очень-то хочется, и в этом случае нам придет на помощь молоко. Его очень просто приготовить и применять возможно как самостоятельно, так и в приготовлении различных блюд. А остатки от семени подойдут для печенья. Кунжутное молоко – отличный заменитель молока в пост и у людей с аллергией. Только представьте, что в 1 литре кунжутного молока содержится 98% суточной дозы кальция, необходимого для человека. А вы еще не забывайте и про другие витамины и микроэлементы, и все они в доступной для усвоения форме. Так давайте же приготовим кунжутное молоко. Берем 100 граммов семян кунжута, 1 литр воды чистой, питьевой, 2 или больше ложки меда, по желанию, ваниль, морская соль, наполнители, тоже по желанию. Из расчета 1 часть семян, 5 частей воды замачиваем кунжут в воде на несколько часов. Затем измельчить их в блендере, а затем процедить. Если вам ближе по вкусу молоко сладкое, то добавьте мед перед измельчением. А вот наполнителями обогащайте свой напиток уже после процеживания. Так сколько же можно и нужно есть такого замечательного продукта? Многие врачи уточняют, что доза не должна превышать 3 чайных ложек в сутки. Кормящим мамам можно принимать только 1 чайную ложку, и то постепенно, начиная с нескольких семечек. Малыш должен привыкнуть к новому продукту. А когда лучше его употреблять, натощак или на ночь? И тут врачи нас остерегают и от приема сырых семян на пустой желудок, чтобы не вызвать изжогу. А вот наоборот, масло семян кунжута необходимо принимать натощак, если есть проблемы с ЖКТ. В качестве заправки в вечерний салат масло кунжута отлично подойдет, но если вы решили поужинать блюдом с кунжутным семенем, то делать этого не стоит, ведь это тяжелая пища для ночного переваривания. Противопоказания. Мы прекрасно должны понимать, что каким бы отличным ни был продукт, всегда есть противопоказания, даже небольшое количество, у кунжута он тоже есть. Тромбозы, склонность к тромбообразованию, повышенная свертываемость крови, мочекаменная болезнь – вот основные противопоказания к употреблению кунжута. К этому списку можно отнести еще индивидуальную непереносимость продукта. С каждым следующим видео на нашем канале узнавайте еще больше о возможностях народной медицины и будьте здоровы!